продолжении темы трудоустройства. «Лето с пользой» предлагает провести школьникам и студентам Белорусский республиканский союз молодежи. Его Лицкая районная организация провела сегодня акцию «Выбираем студотряд», участниками которой стали члены БРСМ из разных учреждений образования региона. Всем желающим потрудиться во время летних каникул было предложено заполнить анкету с указанием, в каких студотрядах они хотели бы поработать. Студенческие отряды – это форма занятости молодых ребят, которые хотят с пользой провести, например, свой летний период времени, которые хотят заработать свои первые деньги, которые хотят найти себе новых друзей. И обычно в такие студенческие отряды приходят ребята, которые имеют активную гражданскую позицию. У нас студенческие отряды на территории Лицкого района формируются уже не первый год, уже имеется практика работы в этом направлении. Студенческие отряды формируются по разным направлениям деятельности. Это и экологические отряды, это и педагогические отряды, это и отряды, которые работают у нас на строительных объектах, то есть строительные отряды. Кроме того, больше всего у нас формируется сервисных отрядов, которые работают и оказывают помощь населению, оказывают помощь и работают в сфере услуг.